Ребята, всем привет! И сегодня я вам решу показать мое оборудование. Итак, давайте начнем какое с оборудования. Итак, первое оборудование — это микрофон. Вот так вот он выглядит. Вот, я его купил совсем недавно. Что могу сказать? Он очень хороший звук стал. То есть ухудшился был звук хороший, помните, вот. Но только единственное то, что ухудшился было, это шуршание, теперь его нету. Вот, смотрите, вот этот вот джек, он идет вот так вот по проводу, вот так вот. И он как бы подключается к этому микрофону. Вот, этот джек я вставляю в телефон и снимаю видосы. Вот так. Что бы вам еще показать? Ну вот, в принципе, и все. Почти, если хотите увидеть. Вот наушники. Я в них тоже иногда снимаю ролики. Я раньше в них снимала, вот. То есть я брал, надевал тут микрофон, и я слышал запись микрофона. Ладно, ребята, всем спасибо за это видео. Это был познавательный видос. Если сегодня еще будет, не бойтесь, если это вы думаете, что это не игровой ролик, то нет, это просто обзор техники, которая у меня тут стоит. Вот. А сам видос сегодня выйдет. То есть сегодня опять два ролика. Ладно, ребята, давайте. С вами был Марк. Кстати, ребята, за 100 подписчиков я буду делать стрим. Если хотите стрим, то подписывайтесь на этот канал. Тут у меня видосы выходят каждый день. Те подписчики, которые подписались самые первые, они это знают. Вот, я могу снять, в принципе, вот эту вот штуку, показать вам сам микрофон. Вот он. Вот он стоит тут. Микрофон. Вот, ладно, давайте натянем и все. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. За 100, не забывайте, что за 100 подписчиков будет стрим. Все, ребята, давайте. Пока.